Здравствуйте. По традиции у нас на канале дважды в месяц гость, и на этот раз я решил пригласить всем нам известного депутата Государственной Думы Российской Федерации 6 и 7 созывов от ЛДПР Александра Николаевича Шерина. Здравствуйте, Александр Николаевич. Здравствуйте. Хоть и задним числом, но хочу поздравить вас с юбилеем, который вы недавно отметили. Спасибо. И вот такой вот вопрос. Александр Николаевич, давайте поговорим, наверное, откровенно, насколько это возможно. Тем более, что я либеральный демократ по убеждению, а вы по идеологии. Кстати, вам не кажется, что ЛДПР давно отошел от либеральной демократии и оппозиции, больше ассоциируется даже с партией власти? Ну, на самом деле, я когда вступал в ЛДПР в 99 году, тогда не существовало Единой России, тогда не было Владимира Владимировича Путина в качестве президента Российской Федерации. И тогда, конечно же, страна находилась в более тяжелом состоянии, чем нежели сегодня. Тогда вопросы, связанные с нашей армией, вопрос национальный, он в нашей стране никак не решался, был совершенно в упадническом состоянии. Что касается нашей армии, она была практически разрушена. Неуважение к офицерам. Русских везде выгоняли из национальных республик. И в стране очень открыто руководили процессами олигархические группировки. И Борис Николаевич Ельцин уже находился в таком состоянии, в котором главу государства лучше на люди не показывать. Соответственно, критика, которую мог себе позволить Владимир Вольфович Жириновский, власти, она была более жесткой, более, наверное, такой открытой и более безболезненной для оппозиции, нежели сегодня. Тем более, вот ЛДПР в 93 году впервые принимал участие в выборах в Государственную Думу, на этих выборах победила. Тогда еще никто не умел правильно проводить выборы, в кавычках правильно. Тогда не существовало там определенных законодательных норм, и тогда можно было просто прийти на избирательный участок, проголосовать, и партия ЛДПР заняла первое место, но потом власть сконцентрировалась, ввела определенные, значит, требования дополнительные. Ну и в 99 году, наверное, для Владимира Вольфовича Жириновского был такой момент истины. По нему проехали практически танком, асфальтоукладочной машиной, когда ЛДПР не допустили до выборов. И еще тогда законодательство позволяло, он создал буквально за ночь блок Жириновского из общественных организаций. И чудом в последний вагон запрыгнули, приняли участие в выборах в Государственную Думу, и блок Жириновского набрал чуть более 5%, что позволило ЛДПР сформировать в очередной раз свою фракцию в Государственной Думе. Мы прекрасно понимаем, что если у политической партии нет фракции в Государственной Думе, она обречена на исчезновение. И я думаю, в тот самый момент Владимир Вольфович сделал определенные выводы. Он понял, что спасение утопающего – дело рук самого утопающего. И, возможно, в тот момент пошли определенные коррективы процессов. Но я никогда не был допущен до такого высокого уровня принятия решений в партии ЛДПР, в котором оказался буквально, вот, скажем так, в марте, в апреле этого года, так как я являлся членом Высшего Совета ЛДПР. Я и по-прежнему, если честно, являюсь членом Высшего Совета ЛДПР. Если этот вопрос рассматривать через призму законодательства, устава нашей партии, меня исключить из состава Высшего Совета никто не мог, кроме как делегаты съезда. Но так как я сказал, что не буду все эти вопросы обжаловать, я думаю, что решение члена Высшего Совета об исключении меня из рядов ЛДПР и изо всех должностей и руководящих, оно в том числе, наверное, согласовано и на руку тем людям, которые давно хотели бы, чтобы меня не было ни в публичной политике, потому что те выступления, которые я себе позволял с трибуны Государственной Думы, я когда садился на место обратно, в зале, да, на позицию фракции нашей в Госдуме, ко мне подходили коллеги, которые искренне мне желали добра и долголетия политического. Они мне говорили о том, что зря я так себя, конечно, веду, и это может не понравиться в определенных кабинетах. И в первую очередь председателю не нравится, когда кто-то из депутатов часто ходит на различные политические ток-шоу. Но вы хотели откровенно, да, поговорить? Да. Никому не нравится, когда кто-то из ровни тебе выходит на трибуну Государственной Думы, в Думы выступают. Никому не нравится, когда тебе аплодируют больше, да, чем твоему коллеге. Ну, наоборот, я имел в виду, что не все разделяли, допустим, мои взгляды, мои выступления из моих коллег, когда я выходил на трибуну Государственной Думы, жестко выступал, и даже представители других политических партий аплодировали. Я вам хочу сказать, что депутаты от «Единой России»
коридоры Государственной Думы, подходили ко мне, жали руку, и мы общались с ними абсолютно, ну, так, дружелюбно, потому что это люди, которые, ну, наверное, больше себе могут позволить, в силу того, что они являются представителем партии власти, и они менее скованы, закомплексованы в этом плане. И мы даже лучше немножечко даже с ними общались в такой нерабочей обстановке. При этом они знали, что я своих убеждений не буду менять, и я с ними общаюсь исключительно, ну, по-человечески, не то, что там за спиной своих избирателей. Но я хочу тут, я вас перебью, я хочу просто немного предыстории, потому что, возможно, кто-то из наших зрителей не знает, о чем речь. Вот вы в мае выдвинули свою кандидатуру на пост председателя ЛДПР, но не получили поддержки товарищей по партии. Вот я смотрю цифры, не знаю, насколько они правдивы. Против вашего выдвижения проголосовало 86 из 87 депутатов партийного собрания, да? Так это? Делегатов. Да, делегатов. Ну, полагаю, давайте, наверное, один проголосовавший за были вы. Это нет обиды на товарищей? Давайте так, пока у нас есть такая возможность, да, насколько вам это интересно, я никогда этот вопрос развернуто не объяснял. Да. Значит, смотрите, политическая партия, она проводит свой съезд. Для того, чтобы на съезд приехали делегаты, их надо избрать от каждого регионального отделения по одному делегату, так установил Высший Совет. Естественно, делегатами являются, как правило, руководители региональных отделений. То есть чиновники, внутрипартийные чиновники, которые подчиняются по большей степени центральному аппарату и высшему совету. Они зависят от руководства партии, будут ли они вообще, в принципе, дальше координаторами или нет. Потому что у нас по уставу ЛДПР руководителя регионального отделения партии может высший совет отстранить от должности буквально завтра. И вот представляете себе, на съезд приезжают те люди, которые зависят от члена высшего совета, которые им и рекомендовали избрать Леонида Эдуардовича Слуцкого председателем ЛДПР. И делегатами становятся только региональные координаторы. Такого не было, чтобы делегатами приехало по 5 человек от каждого региона. У нас 85 субъектов, в каждом субъекте, соответственно, есть региональное отделение партии. В каждом субъекте состоит несколько тысяч членов ЛДПР. У кого-то 1500, у кого-то 5000, у кого-то 7000, в зависимости от численности. Но каждый регион может направить по одному делегату на съезд, так решил Высший Совет. И вот эти делегаты приезжают на съезд партии. Этими делегатами как раз-таки являются партийные функционеры-чиновники. И перед ними встает вопрос, надо будет поднять мандат, потому что тебя с президиума все видят, как ты голосуешь. И за день буквально до съезда, когда моя супруга, мы с ней делились мнениями, она говорила, как ты думаешь, сколько человек тебя поддержит на съезде? Я ей сказал, завтра я буду совершенно один. Она, ну, в чем тут такой пессимизм, она не поняла. Я просто это объяснял для того, чтобы потом моя семья не думала, что я нахожусь в трагическом состоянии, что вот я такой разочарованный, что я обречен, что у меня вот психика будет расшатана. Я сразу знал, что я буду совершенно один. Я просто хотел подчеркнуть, что и мои коллеги признают меня, что я один. Я просто хотел, чтобы делегаты партии ЛДПР, я сегодня публично, открыто это говорю, чтобы они публично продемонстрировали абсолютную управляемость процессом. То есть я хотел показать изнутри, как это делается. Что политическая партия, которая себя называла долгие годы либерально-демократической, что она выступает за честную, открытую оппозицию, которая возмущается, что у партии власти есть кандидаты, заранее назначенные на прохождение, что вот все заранее запланировано, и что мы как статисты принимаем участие в выборах, что есть одномандатная округа, в котором должен победить определенный депутат, что есть выборы губернатора, на которых должен победить определенный кандидат губернатора, и все остальные политические партии, по сути дела, не существующие в большинстве своем, они откуда-то вдруг появляются, выдвигают своего кандидата в губернаторы, и он для того существует, чтобы проиграть, ну, настоящему кандидату от партии власти. И вот я хотел показать, что и в самой политической партии есть уже заранее предрешенный процесс. То есть политическая партия, которая говорит, мы за русских, мы за бедных, мы поддерживаем армию, мы выступаем за силовиков, мы поддерживаем нашего президента. И тут появляется представитель этой самой партии, которая в ней состоит 23 года, которая является офицером воздушно-десантных войск, ветераном боевых действий, который имеет орден мужества и который является членом Высшего Совета ЛДПР, который был депутатом Государственной Думы, причем он был первым заместителем председателя Комитета Госдумы по обороне. Ну и как минимум я являюсь русским и православным. То есть я об этом всегда открыто говорил, ну и, наверное, по мне тоже видно, это ни в коем случае не является какой-то там расовой дискриминацией.
Я хотел показать, что есть типичный собирательный образ того человека, которого защищает ЛДПР в своем лице. И есть человек, который является чиновником. Леонида Эдуардовича Слуцкого я считаю партийным чиновником, который никогда не занимался такой публичной политической деятельностью. Он никогда не возглавлял региональное отделение политической партии, как это делал я. Он никогда не участвовал в открытых политических баталиях. То есть он не был кандидатом по одномандатному округу, не был кандидатом в губернаторы. Ему никогда не приходилось с партией власти ссориться, ругаться с сотрудниками полиции, которые запрещают проводить пикеты. Ему никогда не приходилось ездить в полицейские участки, забирать своих агитаторов. Ну, то есть, вот этих всех вещей он не сталкивался с ним. Да? Ну, вот я читал, что Владимир Вольфович даже однажды выступил против включения Слуцкого в высший совет ЛДПР. Это правда? Нет, такого не было, чтобы он против выступал. Просто в свое время как бы была возможность предложить свою кандидатуру в высший совет, и Владимир Вольфович сам определял, кто будет в высшем совете. Ну, я сразу хочу сказать, что я свою точку зрения обозначил еще, когда Владимир Вольфович, к сожалению, находился в больнице и боролся за жизнь. И до того, как объявили о его кончине, уже примерно было понятно, кто будет следующим председателем ЛДПР, что мне крайне не понравилось. Я присягнул на верность Владимиру Вольфовичу Жириновскому по партийной линии. Я вступал в партию ЛДПР, потому что там был председателем Жириновский. У меня других авторитетов, кроме Жириновского и его сына Игоря Владимировича Лебедева, в партии ЛДПР не существовало. Были коллеги, которым я предлагал тоже стать председателями партии. Это был Ярослав Нилов и Алексей Диденко. Но они категорически отказались. Но у них есть административный ресурс партии, есть определенный авторитет, возможности. Они его решили, скажем так, монетизировать. Ну, не в прямом плане, да? А то есть использовать свой авторитет в партии на то, чтобы переложить этот авторитет на Слуцкого и, соответственно, сделать его председателем партии. Они это сделали. И я мог бы то же самое к ним присоединиться, получить бы какую-то... Ну, должность какого-то партийного чиновника, спокойно сидеть, ходить на какие-то федеральные каналы, на ток-шоу, выступать. Но потом бы, когда партия закончила, так как она закончит, к сожалению, плохо. В 2026 году, боюсь, что она не попадет в Государственную Думу. И, соответственно, когда будут выборы президента, председатель нашей партии должен будет быть кандидатом в президенты Российской Федерации от ЛДПР. И тогда, соответственно, Леониду Эдуардовичу придется всему нашему честному народу явить весь свой талант политический, о котором знаем только мы внутри партии, а так будет знать вся страна. Потому что люди будут теперь давать оценку партии ЛДПР по ее новому председателю. Можно Владимира Вольфовича записи катать еще полгода, может быть еще год. Естественно, они будут отмечать его день рождения, годовщину смерти. Они будут мусолить все его предсказания, катать и катать, но пытаться снова... Они на шее Жириновского въезжали, как и я, кстати. Да? Мы все въезжали на его шее в Госдуму, становились депутатами. Теперь даже после его смерти все будут пытаться эксплуатировать его имя, проводить там мемориальный прием в ЛДПР и так далее. Но рано или поздно люди начнут задавать вопрос, а кто вы сами по себе, что вы из себя представляете, покажите ваши достижения. Вот и все. Поэтому я хочу, чтобы когда это все произойдет, к сожалению, никто потом не говорил, а куда вы смотрели, члены высшего совета. А ты, Александр Шерин, будучи офицером, который принципиально озвучил всегда свою позицию, что ж ты тогда был за Слуцкого, а теперь ты против Слуцкого. Теперь я хочу, чтобы даже весь съезд, вся Россия собралась на съезде и зафиксировала. Мы все своими руками оформили будущее ЛДПР. И мы все отказали человеку, который предлагал стать председателем самому. То есть мы сами себя не предлагаем, потому что боимся. Не надо прикрываться за партийную дисциплину. Вы просто все испугались, я говорю сегодня напрямую. Вы побоялись выдвинуть свою кандидатуру на должность председателя ЛДПР, побороться, потому что вы побоялись, что потом вам создадут такие проблемы, которые создали мне. Да, там, отовсюду уволят, изгонят из партии. Но за то, что нашелся такой человек, который не побоялся выдвинуть свою кандидатуру на должность председателя ЛДПР, хотя вы прекрасно знали, в каких кабинетах вам согласовали будущего председателя партии. То есть вы на весь мир, на всю страну расписали, что вы признаете человека, который где-то там кем-то согласован, назначить им председателя. Но вы все вместе готовы отвергнуть своего коллегу, который 23 года с вами отработал, который является офицером, русским православным кавалером Ордена Мужества. Вы готовы его все дружно отодвинуть в сторону и предать забвению. Вот именно этот факт я и хотел зафиксировать, я его зафиксировал. А то, что я буду совершенно один, я абсолютно в этом не сомневался, потому что последние годы как раз-таки тех людей пытались сформировать, понимаете? Те, кто не будет набирать больше 6-8%, чтобы власть ни в коем случае не подумала, что у ЛДПР есть амбиции на более серьезные, скажем так, позиции в политике. Как только в регионе появляется какой-то яркий координатор,
который начинает раздражать региональную власть. Как только на федеральном уровне появляется какой-то яркий депутат, у него будет судьба, как у меня или у Сергея Иванова. Знаете, у нас такой был депутат в Государственной Думе с 2003 года. Он очень ярко и жестко выступал. Но Сергей, он поступил, как бы, в отличие от меня, более спокойно. Он просто сам ушел спокойно. Я знаю многих депутатов, которые просто сами ушли. И, наверное, хотелось бы, чтобы я спокойно сам ушел. Но я не хочу, чтобы еще были русские, в том числе офицеры, которых бы эксплуатировали, использовали и делали их людьми, которые потом окажутся в ситуации глупой. Потому что признаться всем, что я в чем-то ошибался, уже будет стыдно. Ну и с другой стороны, не хочется, чтобы на твои грабли кто-то другой наступил. Поэтому вначале была одна партия, в которую я вступал, а в конце уже становилась партия, которая, наверное, слово либеральное у нас нашлось, кому его испохабить. Вот. И, соответственно, я подсказывать вот нынешний ЛДПР, что ей надо делать, какой ребрендинг, не собираюсь, но его надо будет проводить, но им некому проводить. Они абсолютно остались безинициативны. Они привыкли выполнять команды ВВЖ на самом деле. Они вообще абсолютно боятся предпринимать какие-то самостоятельные шаги и действия. Они не готовы рисковать, они не готовы пойти на какую-то конфронтацию с властью, на какую-то особую точку зрения. Вот они, к сожалению, от этого отучены. И все те, кто были дерзкими, кто, может быть, как-то выступал в партии более жестко, он был зачищен. Поэтому остались исключительно технократы. Знаете, как есть такое модное слово? Технократ. Губернатор-технократ. Вот это в партии технократы. Остались только политические исполнители. А для того, чтобы генерировать какие-то идеи, дерзко их внедрять, они просто не способны это делать, потому что никогда не делали, их отучили. Александр Николаевич, вот вы выронили такую фразу, что они привыкли выполнять команды ВВЖ, и тем не менее, вот я хочу узнать у вас, как вы прокомментируете следующее. Вот в августе прошлого года азербайджанский дипломат из Фандияр Вагабзаде, ну, дело было громкое, вы, наверное, помните, публично оскорбил лидера ЛДПР, да, тогда Владимира Жириновского, назвав его свиньей, старым ослом, да, и прочее. А уже буквально там через неделю, по-моему, ну максимум через две недели, член партии ЛДПР Леонид Слуцкий поздравляет вице-президента Азербайджана Мейхрибана Алиеву с днем рождения. Как это вообще понимать? Ну на самом деле, это, знаете, не первый такой случай, поэтому я по наивности своей иногда проявлял инициативу. Естественно, я готов был бы записать видеообращение, где мог бы объяснить это тем, что человек абсолютно невоспитанный. Я имел в виду того дипломата Азербайджана. Да, да. Да. В отношении человека, которым являлся Владимир Вольфович, такие вещи вообще озвучивать нельзя, тем более государственному деятелю. Во-первых, надо уважать возраст. Во-вторых, надо уважать заслуги человека, его статус. Это все-таки председатель парламентской партии. Владимир Вольфович Жириновский при жизни был членом Государственного совета Российской Федерации. В Госсовет попадает только с ведома президента России. То есть получается, что один из членов Госсовета может быть абсолютно незаслуженно оскорбленным за свою политическую точку зрения. И то, что Леонид Эдуардович поздравлял, это, наверное, говорит о том, что это абсолютно был самостоятельный человек в партии, который мог себе позволить самостоятельные вещи. Вы же должны прекрасно понимать, что в Российской Федерации сегодня, как, наверное, вот мы с вами понимаем, как и в журналистике, политические взгляды должны быть финансово подкреплены. Поэтому если кто-то считает, что, допустим, у Азербайджана более лучшее лобби, чем у Армении в российской политике, мне кажется, что все-таки это связано в том числе с пропорциями инвестирования в этот процесс. Поэтому я не знаю, как можно, допустим, ну, люди на меня обижаются. Я вот, допустим, был на могиле Пешкова. Я, может быть, это как-то чересчур близко к сердцу воспринимаю, но мне сложно понять, как, допустим, летать в Турцию отдыхать после того, как они там сбили наш самолет. Многие, наверное, забыли, что азербайджанская армия сбила наш вертолет, где погибли офицеры. Это во время очередной войны Карабахской. Ну, вернее. Про это уже буквально через месяц забыли, да. Да, поэтому, знаете, наверное, не трогают парня с нашего двора только потому, что за него весь двор может прийти и накидать обратно. Если ваших офицеров военных убивают, и ваших людей оскорбляют, и унижают, и вы никак не реагируете, за это не мстите или не спрашиваете, ну, в хорошем смысле слова, не отвечаете, то это будет постоянно продлеваться. Поэтому, ну, если человек считает, что надо кого-то с чем-то поздравить и отбросить в сторону какие-то, ну, это называется партийное, ну, наверное, отстоять честь партии. Если тебя представитель Азербайджана, если представитель азербайджанской власти, хотя бы бывший чиновник,
оскорбляет председателя твоей партии, то как минимум каждый член этой партии должен потребовать извиниться официально перед председателем партии. А уж то, что их там кого-то поздравлять, я вообще себе это не представляю. Ну, то есть в ЛДПР все-таки бывали такие вольности, да, когда не советовались. Угу. Значит, вольности себе в ЛДПР могут позволить люди, которые входят в первую пятнашку. Первая пятнашка это вообще это общая федеральная часть списка кандидатов. Раньше она была 10 человек. Ну, то есть Жириновский позволял такое, да? Нет, можно не замечать эти вольности. А, вот так вот. Вы просто зайдите и почитайте, допустим, в Википедии про каждого депутата, который прошел в Государственную Думу по общей федеральной части. Это вот пехота партийная, которая в регионах что-то там ковыряется, идет в атаку с одной винтовкой на троих, да, которые там на своих маленьких плотах политических пытаются бороться с эсминцами «Единой России». Да. А вот, вот эти ребята, они попадают под государственную машину, и у них все бывает очень плохо. Такие у нас есть отчаянные региональные координаторы, ну, были, по крайней мере. Я сейчас думаю, человека 3-5 осталось, они так затаились до лучших времен. Но они, их не наступит, этих лучших времен. Я их сразу предупреждаю. Потому что надо предпринимать попытки. Если ты попал в плен, то надо хотя бы попытаться бежать из плена. Если ты будешь сидеть и ждать, когда придут наши освободят, то тебя до этого времени могут казнить. Поэтому я попал в этот плен иллюзии, попытался бежать. Ну, у меня получилось, мне кажется. А то, что меня никто не захотел поддерживать, они сами потом за это посчитаются. Поэтому в партии есть две категории. Чиновники, которые принимают какие-то решения вместе с властью, и потом они себя неплохо чувствуют, партийные чиновники, да. А есть такая вот пехота, активисты, координаторы местного уровня, которые во всю эту историю правильно делают, что верить, в нее верить нужно. У человека должна быть идея, вера и надежда, без этого никак. Вот они бьются, создают определенный антураж, дают процент партии, дают на местах видимость такой оппозиционной деятельности. Ну а там наверху люди, которые, кто-то из Единой России пришел, да, кто-то из хорошего бизнеса пришел. Поэтому если человек может партии каким-то образом помогать, то почему бы ему не позволить какие-то вольности себе? Кто-то потом уходит в другую партию. У вас бывало, что и из Единой России приходили в ЛДПР? Давайте я не буду фамилии называть. Да, можно не называть. Я так понял, да, что... Конечно. Угу. По-моему, это не является... Вот сейчас век интернета, это не является секретом. Но в этом ничего страшного нет. Люди могут по каким-то причинам, допустим, пересмотреть свои политические взгляды. Может быть, кто-то подумал, что вот в ЛДПР он... больше стране сможет помочь. Нет проблем, я их не осуждаю за это. Ну, это нормально. Я удивляюсь, когда эти люди решают мою судьбу в партии, да? Когда я только в ЛДПР состоял 23 года, меня это удивляет, почему эти люди решают мою судьбу в партии. Что делать? Хорошо, тогда перейдем от локального к глобальному, вот, учитывая, что вы больше нас знаете, потому что вы в этих колуарах, в отличие от меня, да, и по поводу вот Слуцкого в продолжении. Вот вам не кажется, что, в принципе, вот это вот поздравление в обмен на оскорбление от Слуцкого, это как-то даже отражает, что ли, политику внешнюю Российской Федерации в отношении той же Турции, что после убийства посла, избитых самолетов, ничего ей за это не было. Азербайджану тому же после сбитого с вертолета тоже ничего не было, и не было. Или вот сейчас вот взять, одни Байрактары поставляют в Украину, другие, я имею в виду Азербайджан, минометы собственного производства туда же поставляют. И при всем этом Россия как бы все делает в пользу Азербайджана и тоже, той же даже Турции. Вот недавний визит даже Лаврова показал, что он посетил аллею шахидов с цветами и Минскую группу практически захоронил уже. Да? Вот почему этой парочке все сходит с рук, Азербайджану и Турции, я имею в виду? Это все-таки Восток, и это воспринимается на Востоке даже за слабость, я бы сказал. Что вообще происходит, по-вашему? Несомненно, это на Востоке воспринимается за слабость. И я думаю, что обязательно это будет использоваться для того, чтобы показать, насколько Россия пасует перед Турцией. Турции хочется укрепить свои позиции, у них есть имперские амбиции. Они планируют, я так понимаю, быть лидерами, знаете, тюркского мира и великого Турана. Воссоздания желают, и об этом... Ну, все к этому и идет. И, несомненно, министр иностранных дел Турции уже говорил о том, что лидером всего мира, и надо поднять флаг, является Эрдоган. У Эрдогана выборы,
ему необходимо поддерживать свой имидж, авторитет. И Россия в этом плане демонстрирует заинтересованность определенных финансовых групп. Поэтому если где-то на Украине разрушается какой-то мост или железная дорога, по которой поставляются боеприпасы и, соответственно, военная техника в украинскую армию, то, наверное, это невыгодно какой-то логистической компании, которая работает в России. Наверное, я так предполагаю. Да. То же самое происходит и с Турцией. Возможно, какие-то коммерческие компании получают определенную прибыль от торговли с Турцией. И, конечно же, Турция будет использовать этот фактор для того, чтобы это высветить максимально. Посмотрите, насколько Россия вынуждена с нами считаться. И задабривание там, Азербайджана или Турции – это утопичный момент. Мы это помним на примере с Германией. То есть, Сталин тоже до последнего не хотел с Германией воевать. Кстати, Россия никогда не готова была к войне. Она всегда их выигрывала, но никогда к ним не была готова. Поэтому мы всегда до конца оттягиваем, потому что стремимся, чтобы мы были подготовлены. Мы не хотим, конечно, войн, не хотим трагедии, гибели людей, мирных наших военных. Но она, как правило, неизбежна в том случае, когда Россия пытается кого-то задавить. Если сразу щелкать по носу на начальном этапе, то можно избежать более кровопролитных и тяжелых военных конфликтов. Если оттягивать войну до последнего, то мы даем возможность нашему противнику, заработав на нас же деньги, хорошенько вооружиться. Здесь еще есть проблема, это отсутствие настоящего импортозамещения, о котором говорят в России. Если мы посмотрим, насколько Россия самостоятельна в тех или иных промышленных отраслях, то, конечно же, она зависит от внешних поставок. Поэтому это тоже заставляет нашу страну в каких-то вопросах немножечко лавировать. Те, кто будет призывать к более жестким действиям, такие как я. Вот видите, я вам сейчас приведу такой пример. Да, да. В 2021 году, буквально в мае месяце, в интернете собирали против меня подписи, петицию возбудить уголовное дело. То есть это клич клинула кровавая барыня, Ксения Анатольевна Собчак, бывший кандидат президента Российской Федерации, которая выпускала ролики, извините, за Русь, ус-Русь. Вот этот человек набрал достаточное количество голосов избирателей, при этом я прекрасно понимаю, что без федерального центра вообще создать какую-то политическую партию, выдвинуться от нее кандидатом в президенты, еще и зарегистрироваться практически невозможно. Поэтому по чьей-то команде Ксения Анатольевна Собчак стала кандидатом в президенты России. И вот этот человек призывал меня, депутата Государственной Думы, фракции ЛДПР, привлечь к уголовной ответственности за разжигание войны после того, как я предложил нанести превентивные удары по территории Украины, если это будет угрожать России. Сегодня можно на эту тему спокойно говорить, даже наносить эти удары, и правильно мы это делаем, и то, что войска вошли, то, что проводят специальную военную операцию. Но теперь все любят Россию, все настоящие патриоты, кто не свалил за рубеж, у которого было двойное гражданство, которые успели нахапать в этой стране все, что могли, в моей стране, в России, и свалить на свою историческую, настоящую родину. При этом никто их не задерживал на границе, никто им не ограничивал выезд, как это делают нашим бедолагам, гражданам России, которые за коммуналку должны 15 тысяч рублей. Их, естественно, служба судебных приставов на море не пустит, да, за границу. Но чиновники там или бывшие актеры, которые высказывались против действий нашей армии, они спокойно покинули территорию России, теперь мы ими возмущаемся в России, но они за границей, как и Чубайс. Такой вот незаметный человек, никто не увидел, как Чубайс покинул территорию России, а теперь думают, как-то надо его прошлое изучить. Поэтому сегодня я могу сказать на эту тему, это, может быть, пройдет безболезненно для меня, а может быть, потом кто-то что-то вспомнит. Да? Я сегодня считаю, что Российская Федерация с Азербайджаном и Турцией заигрывает напрасно. Я сегодня считаю, что Россия это делает, потому что в этом заинтересованы исключительно внутри административные финансовые круги. Когда власть где-то в каких-то вопросах соприкасается с крупным бизнесом, это очень плохо. Политики должны получать зарплату как политики, а бизнес должен заниматься исключительно бизнесом. Но, к сожалению, это в истории мало когда получалось. Всегда за каким-то политиком стоит финансовая промышленная группа. Поэтому финансовая промышленная группа любому политическому деятелю, я думаю, такому публичному, она будет определять его точку зрения, в зависимости от их бизнес-интересов. Поэтому, видимо, у кого-то в стране какие-то, может быть, бизнес-интересы, они преобладают. А те, кто будет так высказываться, как я, их обвинят в том, что мы разжигаем войну, что Россия сегодня не может на несколько фронтов разрываться, нам нужны союзники, поэтому мы Турции строим атомную электростанцию, сейчас мы эту страну сделаем энергетически независимым государством абсолютно, мы провели два газовых потока, Турция получает российский газ, она его перепродает, получает на этом деньги.
Турция сейчас получит атомную электростанцию, мы поделимся с Турцией технологиями. И при этом она убивает российских солдат. Да, она получит наши технологии. То есть эта страна в перспективе, я абсолютно уверен, Турция развернет свою программу по получению ядерного оружия. В отличие от Ирана, ей никто это запрещать не будет, потому что Турция будет диктовать свои условия. Она существует для того, чтобы сдерживать развитие России в Черноморском бассейне и вот в этом регионе. Поэтому Турция будет со временем, получив атомную электростанцию, не знаю, зачем Россия ей строит, при этом Россия сама деньги на это тратит, чтобы вы понимали, это наши инвестиции, более 22 миллиардов долларов Россия тратит, чтобы построить Турции атомную электростанцию, Россия с ней по контрактным обязательствам поделится технологиями. Вот когда Турция получит атомную электростанцию, она будет заниматься, я думаю, в перспективе ядерной программы, она станет ядерной державой. Некоторые наши евразийцы тешат себя надеждой, что Турция выйдет из блока НАТО и войдет чуть ли не в ОДКБ. Вы верите в это? В жизни она не выйдет из блока НАТО, она не войдет в ОДКБ. Более того, я думаю, там есть уже страны, которым в ОДКБ, в принципе, нечего делать после заявлений некоторых деятелей, да, которые полгода назад с трясущимися губами звали ОДКБ и Путина, просили помочь, а теперь, закинув так голову назад, значит, высоко подняв подбородок. Это нормальное поведение вот этого народа, как бы, который относится к тому миру, который создает Эрдоган. Потому что в 2016 году, мы же с вами помним, что в результате неудачного военного переворота хотели просто этого Эрдогана ликвидировать. И какую роль сыграла Россия в том, чтобы сохранить его жизнь, мы тоже все знаем. Нам никто за это спасибо не сказал. Более того, у нас убили посла и, соответственно, убили нашего военного. Но это было немного раньше, но вопрос заключается в том, что мы должны как минимум в России, ну, наверное, иметь ту политическую силу, которая бы говорила о том, что есть еще и другая точка зрения на поведение Турции. Я не говорю, что сегодня неправильное поведение нашего внешнеполитического руководства в отношении Турции, но должна быть альтернативная точка зрения, чтобы люди в других странах не думали, что вся Россия, весь русский народ вот в восторге от Турции, что мы в восторге от того, что мы им продаем комплексы ПВО, продаем им там нашу нефть и, соответственно, строим атомную электростанцию. Mm-hmm. А, кстати, Турция зависит от России, практически мы на первом месте по поставку подсолнечника. Подсолнечное масло, зерно и так далее. Поэтому там есть моменты, которыми можно было бы эту страну немножко отрегулировать, привести ее к нормальным заводским настройкам, чтобы она в чувство пришла. Вот. И как бы я думаю, что и о Суворове надо побольше фильмов снимать, художественных, и рассказывать, какую роль Александр Васильевич Суворов сыграл в том, что Османская империя немножечко уменьшилась. И надо им об этом напоминать, сколько войн мы провели, в скольких войнах они проиграли, сколько горя и беды они принесли нам на русскую землю. Московский договор. Конечно. Да, потому что у нас, знаете, когда я предлагаю праздник принять, День Победы на милитаристской Японии, 3 сентября, его отклоняют дважды, в том числе Министерство иностранных дел пишет отрицательное заключение. Ну, потому что депутат от оппозиционной партии предложил. А вот буквально недавно уже «Единая Россия» вносит этот закон, чтобы у нас опять появился праздник «День Победы над Японией» 3 сентября. Понимаете? Уже сейчас же 22-й год на дворе, сейчас же надо очень сильно родину любить и надо гордиться ее завоеванием. Вот то же самое сейчас надо уже делать по поводу Турции, побольше исторических фильмов про Азов, это, соответственно, во времена Петра, про Очаков, про Баязет надо снимать, про многие-многие другие сражения. Да, но вот армянская общественность все-таки возмутила, вот, скажем так, не знаю, как это назвать, поведение Лаврова, высказанное им даже по Минской группы. Я хочу, пользуясь случаем, к армянской общественности обратиться к избирателям города Сочи. У вас есть депутат от «Единой России», которого вы все добросовестно избираете уже не в первый год. Поэтому армянская общественность может Затулину озвучить свое возмущение, а потом попросить его прислать видео, как он с трибуны Государственной Думы ваше возмущение озвучивает. Если вы имеете большинство и очень хорошую диаспору в Сочи, и именно от вас зависит, кто становится депутатом Государственной Думы. Поэтому надо, чтобы в вашей диаспоре не только ее, значит, видные представители получали какой-то интерес в том, что этот человек становится депутатом, ну и вся рядовая армянская общественность, я, наверное, очень корректно и доходчиво, позицию. У вас есть депутат одномандатник, которого вы избираете, что тут уже юлить и корректничайте, я тактичничать, я это уже делал на протяжении там 7 лет. Как есть, у вас есть депутат-одномандатник, поставьте ему задачу озвучить ваши... Но это не у нас, это в Сочи. Да, в армянской диаспоре. Ну, я как бы...
Я же обращаюсь, надеюсь, они будут смотреть этот эфир. Да. Пожалуйста, поставьте задачу депутату от «Единой России», чтобы он с трибуны Госдумы вашу озабоченность озвучил. Я считаю, что армянская диаспора внутри России, наверное, имеет достаточно авторитета и влияния, как близкие нам по духу люди. Наверное, не столько они из России вывозят, чем другая как бы, диаспора. Поэтому я думаю, что можно интересы... Те, кто на нас зарабатывает неплохо, финансирует свои вооруженные силы, в том числе платя налоги. И те, кто в России тоже работает, трудится, являются нашими братьями по вере, которым нужна наша поддержка. Но если мы ничем не можем там помочь вот так вот прям явно армянскому народу, ну хотя бы на словах не восхвалять тех людей, которых они считают своими заклятыми врагами. Вот я думаю, это было бы корректно и тактично к армянской диаспоре. Ну, вы знаете, насильно мил не будешь. Вот я смотрел по поводу того же визита Лаврова в комментариях. Азербайджанцы все равно недовольны. Они пишут о том, что да, у него там армянские корни у Лаврова, как у Мишустина. То есть все равно все будет по-армянски. Там армянское лобби очень велико. Почему-то вот в России армянское лобби очень велико, но все идет в пользу Азербайджана. Ну, очень странно. Да. Видимо, те, у кого есть армянские корни, очень их скрывают до какого-то определенного момента. Поэтому если они там и есть, то я думаю, что какие бы корни ни были у представителей власти нашей страны, они все равно должны отвечать интересам Российской Федерации, вне зависимости от того, сколько народов там проживает. Задача у любого чиновника, который занимает высокий пост, невзирая на свою национальность, вероисповедание, все делать для того, чтобы... он принес пользу своему отечеству Российской Федерации. Угу. Александр Николаевич, ну, коль мы затронули армянскую общественность, вот не могу не спросить. Вот среди армян, во всяком случае в России, принято считать, что Жириновский очень сопереживал армянам, но есть такие, которые так не считают. Вот каким он был на самом деле? На самом деле я знаю людей, которые очень дружны с Владимиром Вольфовичем, они представители... армянской национальности. Он на самом деле старался, конечно, как политика федерального уровня опытный, занимать позицию такую более-менее нейтральную, но все-таки он озвучивал точку зрения, в том числе и защиту армянского народа. И самое главное, Владимир Вольфович всегда говорил о том, что нам нельзя позволять усиливать влияние Турции. Что касаемо Турции и Азербайджана, который сегодня является, по сути дела, союзником Турции и находится под ее полным протекторатом, ну, во внешнеполитической деятельности. Вы должны прекрасно понимать, что люди, которые плохо знают историю, не могут из нее сделать выводы, соответственно, они могут наступить на те же самые грабли и допустить очень серьезные ошибки. Усиление Турции в экономическом плане, в ее энергетическом плане независимости, потом очень и очень болезненно будет для самой России. Для армянского народа это ничего хорошего для этого Азербайджану не перепадет. Турция правильно делает, что использует те народы, в которые в нее верят, для того, чтобы еще сильнее усилиться. Она будет использовать Украину для того, чтобы продавать. Она будет использовать Азербайджан. Но для себя она правильно делает, в своих национальных интересах. Мы в этой ситуации делаем, по-моему, то, что можно делать на сегодняшний день. Да, вот. А дальше трава не растет. Если мы думаем о перспективах России, о будущем поколении, о том, что мы нашим детям и внукам оставим, вот нам нельзя ничего делать для того, чтобы это усиливало Турцию. Тушить пожары пусть тушат самостоятельно. А если можно подороже продавать газ, надо его продавать. Ничего строить на их территории нельзя. Хотят электричество, надо атомную станцию было строить на территории России, а туда, соответственно, проводить линии ЛЭП и продавать электричество. Вот и все. Месяца полтора назад я давал интервью одному армянскому изданию в Ереване. Я там сказал о том, что мой кумир – это Эрдоган, то есть самый такой политик современности. И оно стало у меня крылатой фразой, азербайджанские СМИ буквально стали это все тиражировать. Они-то меня знают как армянского пропагандиста. Вот. И очень удивились, что я такое сказал, но смысл моих слов как раз-таки был то, о чем вы сейчас и говорите. То, что этот человек то, что надумал делать, он плюет на всех и делает. Да, он я считаю, что именно такой должен быть политик. Да, абсолютно. Да. Но мы-то в этой истории не должны принимать участие. Он же это делает для того, конечно, чтобы затем... Конечно. И у нас будут проблемы, естественно, от него.
Александр Николаевич, вот вы достаточно в молодом возрасте вступили в партию, и сейчас молодой перспективный политик. Чем намерены заняться в ближайшем будущем? Раскройте секрет. Но я хотел бы, конечно, организовать общественно-политическое движение в стране. На сегодняшний день в Российской Федерации создать политическую партию практически нереально. Вот. И, конечно, мы не вечны под луной. Все течет, все меняется. И я хотел бы, чтобы в нашей стране было какое-то общественно-политическое движение, которое могло бы в нужный момент преобразоваться в политическую партию, для того, чтобы принимать участие в общественно-политической жизни России. Я бы хотел, чтобы мы формировали гражданское общество. Я бы хотел, чтобы Россия не оказалась в состоянии 91 года никогда больше. Уж тем более 1917 года. У нас, как правило, все затачивается под одну личность, все затачивается под одну политическую партию, все затачивается под одну управляющую структуру или кланы. Это понятно, что в такой огромной стране, многонациональной, вот, где очень много каких-то вопросов может возникнуть на ровном месте, необходимо иметь жесткую руку, жесткую вертикаль власти. Но проблема заключается в том, что у человека две ноги, две руки. Господь Бог так создал. Это правильно. На двух ногах стоять всегда надежнее, чем на одной ноге. Поэтому я хочу, чтобы в Российской Федерации всегда, как вот у десантника, есть основной парашют, есть запасной парашют. У нас сегодня в России отсутствует запасная политическая сила, которая могла бы прийти на смену Единой России или могла бы ее в трудной ситуации подстраховать. Не саму Единую Россию ни в коем случае, а тех людей, которые у нас сегодня находятся в России у власти и которые должны опираться на сильную платформу. Сегодня та платформа, на которую должен опираться президент, она сама на него опирается. У нас вертикаль, у нас такой треугольник власти, он перевернутый. То есть у нас на Олимпе один человек, это правильно, но внизу платформа, она как бы отсутствует. Платформа сама им же и создана. Поэтому я бы хотел, чтобы была такая здравая патриотическая сила социального уклона. Любое государство, развитое государство, демократическое государство с развитой рыночной экономикой, оно всегда является социальным государством. И социализм это не является прерогативой коммунизма, это разные вещи. Поэтому любое государство, развитое, цивилизованное, которое заботится о будущем поколении, желает быть независимым и сильным, оно должно быть социальным. Государство, которое независимое, оно социальное. Государство, которое находится под внешним управлением, оно будет антисоциальным. То есть таким государством, которое долгие годы была Россия. У нас Россия была не социальным государством только потому, что олигархи, которые имели двойное и тройное гражданство, выкачивали из нашей страны деньги. Поэтому здесь о социализме речи быть не могло, потому что это дичайший капитализм. А вы считаете, сейчас таких людей нет? Я имею в виду. Сейчас вот эти люди будут покидать территорию Российской Федерации. Нас предадут все. Нас предадут все, кроме Белоруссии. Вот. Это не должно нас никого удивлять. Нас предадут многие элиты внутриполитические. Они никогда не были патриотами России. Они выкачивали из нашей страны деньги. Это наша ошибка, что до сих пор мы не принимаем закон о гражданстве. В Российской Федерации гражданином может быть только тот, кто является гражданином только Российской Федерации. Если у человека есть второе гражданство, его необходимо будет лишать гражданства Российской Федерации. И это не говорит о том, что люди должны быть за железным занавесом. Ты можешь быть гражданином Российской Федерации, но при этом иметь загранпаспорт, при этом иметь вид на жительство другого государства. Но гражданин Российской Федерации обладает возможностями и правами приобретать в том числе акции стратегически важных компаний, быть их руководителем. Помимо этого, у человека, как правило, вы должны понимать, что у любого крупного олигарха правилом хорошего тона является иметь гражданство Израиля. А для того, чтобы получить гражданство Израиля, необходимо подтвердить свои еврейские корни. Ты получишь в упрощенном порядке гражданство Израиля. Вот. Соответственно, вся олигархическая группировка России, как правило, имеет второе гражданство. Поэтому сейчас власть в своих действиях более-менее не может развернуться на полную мощность, потому что боится массового оттока капитала, который сегодня распределен по олигархическим структурам, которые имеют второе гражданство, израильское, чтобы они не покинули нашу страну вместе со своими активами. Поэтому сегодня надо делать все потихонечку, постепенно. Первое, с чего нужно начать нашей власти, это внести поправки в закон о гражданстве. И человек должен определиться, какое гражданство он выбирает, российское или другого государства. Если ну, я думаю, что это если будет, то не скоро, потому что среди власть имущих очень много тоже имеют гражданство вот если мы говорим о Соединенных Штатов, Европы и так далее. Если мы,
Если мы говорим о патриотизме, если мы говорим о сохранении наших стратегических предприятий под контролем государства, причем я вообще всегда был сторонником против национализации. Я подразумеваю национализацию, это вот как Сбербанк, когда есть контрольный пакет акций у государства. Если у государства будет контрольный пакет акций любого предприятия, 50% плюс одна акция, если по закону будет в Российской Федерации сказано, что любая компания, в которой доля государства более 50%, ежегодно должна отчислять дивидендов от чистой прибыли в бюджет страны не менее 70%, то это будет замечательное государственное предприятие, в котором 49,9 и 99 остальных акций будет принадлежать частным инвесторам. Они будут заинтересованы в том, чтобы их акции на бирже не дешевели, чтобы они получали хорошие дивиденды, и они будут держать под контролем деятельность совета директоров этого предприятия. И России от этого будет хорошо, и этим бизнесменам будет хорошо от крупного предприятия. Но должен быть перечень стратегически важных предприятий, в которых доля государства должна быть более 50%. А акциями компаний на территории Российской Федерации могут иметь право владеть только граждане Российской Федерации. Таким образом, мы всех тех, кто имеет двойное гражданство, потихонечку будем у них за счет бюджета страны выкупать эти акции. Те, кто имеет двойное гражданство, обладают акциями крупных компаний, в том числе и контрольным пакетом, надо по средней рыночной стоимости эти акции у них выкупать за счет бюджета страны. Таким образом, государство начнет владеть контрольным пакетом акций. Это не будет являться нарушением их прав, мы никого ничего не отбираем. Тихо, мирно человек покидает Россию, при этом мы у него выкупаем акции, которыми он обладает, берем под контроль то предприятие, которое сегодня находится под его контролем, выбирает гражданство, лишается гражданства России, уезжает там в Израиль или в какую-то другую страну, чье гражданство он предпочитает. Но компании, которые до этого были под его контролем, они переходят под полный контроль нашего государства. И его акции потом будут в свободных биржах уже потом определены среди других акционеров. А я поэтому в перспективе хотел бы заниматься общественно-политической деятельностью, но говорить о том, что в России на сегодняшний день можно так вот спокойно, щелчком пальцев там, создать политическую партию, это утопия. Тем более человек, который искренне хотел бы служить своему народу, который не стесняется говорить о том, что он русский, что он православный, что он выступает за защиту интересов граждан, что нужна сильная, мощная армия, что природные ресурсы нельзя из страны вывозить, что должно быть только одно гражданство, что мы должны отстаивать интересы простого народа, что мы должны отстаивать интересы нашего государства, не торговать честью независимости страны. Слушайте, ну кто же такого человека будет допускать в большую политику, тем более, чтобы он создал свою политическую партию? Понятное дело, мы должны адекватно рассматривать вещи, ведь те люди, о которых я сейчас вам сказал, про акции, про гражданство, они очень серьезное влияние имеют на те политические процессы, которые происходят в нашей стране. Поверьте мне, они приложат максимум усилий, чтобы подобного рода деятелей в нашей стране не происходило. Это же принцип сообщающихся сосудов. Если у кого-то денег прибывает, то у народа их убывает. Если у 5% богатейших людей нашей страны денег становится меньше, то денежная масса уходит народу. У нас сегодня, понимаете, 95% населения обладают в сумме денег меньше, чем 5% нашего населения. Вот все очень просто. Вот это государство с дичайшей рыночной экономикой. Мне ясна позиция ваша, Александр Николаевич. К сожалению, эфирное время заканчивается. Я хочу пожелать вам удачи в политической карьере, и пусть вас окружает как можно меньше недругов и лизоблюдов. Спасибо, спасибо большое. Я желаю вам удачи, успеха вашему каналу и всему армянскому народу. Желаю мира и благополучия. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания.